Махачкалинская «Динамо» 1 сентября сыграет на выезде в Самаре против местной команды «Крылья Советов». Игра пройдет 1 сентября в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. После 6-го тура «Динамовцы» с 5 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Хозяева поля идут 6 очками на 10-й строчке. В этом году команды уже встречались в кубковой игре. И тогда с минимальным счетом 1-0 выиграли махачкалинцы. Начало матча запланировано на 17 часов 30 минут.